Вы ожидали такого поворота событий? Катя, Катя, Катя! Стойте! Стойте, стойте! Скажите, родной человек. Ребят, через группу, тихо. Саня, вы успеете все увидите. Длительная разлука с дочерью, конечно, отложила на меня ужасно совершенно впечатление, то, что она будет на свободе, но в то же время у нее судимость, 2 года условно, хотя, но все равно это приговор по той статье, которую, я считаю, несправедливо к ней применять. Мне как будто чадость свалилась с сердца, конечно, да, все говорили. Неожиданно даже, я не ожидал, что за этим. Вот сейчас надо с ней встретиться, поэтому разрешите, я пойду найду, хотя бы найду где-то, что происходит. Найти на месте.